Катаболизм отвечает за создание новых клеток, тканей и веществ в организме. А катаболизм, наоборот, разрушитель, но в хорошем смысле, так как благодаря ему происходит процесс по расщеплению жиров и углеводов с дальнейшим выделением энергии. Поэтому два этих противоположных процесса являются неотъемлемыми элементами для активации метаболизма. А как мы знаем, от хорошего обмена веществ человек не имеет проблем с лишним весом и со здоровьем в целом. Усилить процесс анаболизма в организме поможет пища, богатая белком, яйца, говядина, рыба, куриное мясо и другие. Продукты питания с высоким содержанием протеина способствуют накоплению материала для строительства мышечной ткани и клеток. Важно, белковая пища не даст 100% результата, так как организму для ускорения данного процесса необходима энергия, которая поступает с углеводосодержащими продуктами питания. Также для усиления анаболических процессов необходимо вести активный образ жизни, высыпаться, избегать переутомлений и стрессовых ситуаций. Можно использовать аминокислотные добавки. Они намного быстрее усваиваются, чем белковая пища, что в свою очередь ускоряет рост наших мышц. Важно! Ни в коем случае не прибегайте к помощи анаболических стероидов. Они вредны для организма и приводят к гормональному дисбалансу, что в свою очередь изменит вашу внешность до неузнаваемости. Что касается катаболизма, то его провоцируют изнуряющие нагрузки, голодание при неправильном похудении. Происходят процессы по съеданию мышечной массы. Поэтому худеть нужно правильно. Стресс, недосып, хроническая усталость, недостаток в организме всех необходимых питательных веществ и так далее. Теперь вы знаете, что анаболизм и катаболизм – два важных процесса в организме, благодаря которому рождается метаболизм. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!